Как тебя зовут? Виталия. Скажи, пожалуйста, Виталия, ты любишь ходить в детский сад? Да. А почему ты любишь ходить в детский сад? Потому что тут мои подруги. А кто твои подруги? Назови их, пожалуйста. Катя и Полина. А чем вы любите заниматься? Играть во что-то. А лепить ты любишь? Да. А что вы сегодня лепили с Полиной? Змей. Только змей или еще кого-то другого? Змей. Полина достала свой пластилин. Принесла сегодня, да? Скажи, пожалуйста, а еще в какие игры вы любите играть с девочками? Молитва на спортшоп. А что это такое? По-русски это обозначает мой маленький зоомагазин. А, то есть вы лепите для этого зоомагазина животных, да? Нет, мы ими играем, а лепим змей, и Полина достает свои пластилины. Пластилиновые игрушки или лепит? Пластилиновые игрушки. А, которые она дома слепила? Да. Виталя, а когда ты вырастешь большая, ты кем будешь? Ну, я буду всем животным помогать, рыбам, попугаям и насекомым. А еще млекопитающим и грызунам. А что ты, как ты будешь им помогать? Ну, буду лететь, помогать, добывать пищу. Ты будешь ветврачом? Угу. А откуда ты знаешь про эту профессию? Я пока еще не знаю, но я узнаю, когда подрасту. Когда подрастешь, да? А сколько тебе надо будет времени для того, чтобы подрасти и стать большой? Я не знаю. Ну, а подумай, пожалуйста. Может быть. Я пока еще не знаю. Не знаешь? Ну, ладно, хорошо. Если у меня вдруг заболеет животное, а ты будешь ветврачом, можно я к тебе буду приведу свое животное, и ты о нем позаботишься? Да. Хорошо, спасибо. Беги.